Доброго времени суток. Видеообзор на iPhone 14 Pro Max на 128 гигабайт памяти. Телефон абсолютно новый. Никаких царапин, никаких затертостей, сколов. Ничего этого нет. Задняя крышка в идеале. Камеры в идеальном состоянии. Телефон не активированный. Им ни разу не пользовались. Сейчас подключим к Trio Tools. И проверим его. Даже английская надпись на экране присутствует. Так, смотрим, индикация пошла. Сейчас на широкоугольный переключусь. Все, телефон из хороших новостей заряжается. Далее. Ну, гарантия нам, в принципе, не нужна. Он новый, смотрим. Так. 3D Tools определяет его статус активирован. Нет. Соответственно, дата производства 11 сентября 2022 года. Он японец, 0 раз заряжен. Так, и сейчас проверим сразу на анлокере. Первая активация не пройдена. Соответственно, Find My Phone off. Далее сразу проверим на лизинг на сайте Forward. Устройство не является предметом лизингового договора. В комплекте у данного телефона ничего нет. Только телефон. Новый. В отличном состоянии на 128 гигабайт. Рекомендую к покупке.